Ребята, всем привет! С вами обратная семья Бровченко. С нами все нормально, все хорошо. Видео на канале нашем не выходит из-за того, что мы останавливаемся в таких местах отдыха, где практически нету интернета, еле-еле он крутится. И плюс и мы не монтировали, пока были отдыхали, потому что отдыхаешь, некогда монтировать, а сейчас интернета нет. Это все-таки, работа. А Танюшка хочет отдохнуть. И смотрите, мы сейчас попробуем вот этот маленький кусочек загрузить вам, чтобы вы понимали, что с нами все хорошо. Видео начнут выходить, как только появится нормальный интернет. Сегодня 1 июня. 2 июня. Я уже начинаю монтировать видео. И будем потихоньку пытаться вам выкладывать. Либо сегодня попробую, либо, чуть позже, как только появится интернет. В ближайшее время. И вся информация о нас есть в Инстаграме. Инстаграм есть в описании каждого видео на нашем канале. Переходите, смотрите, там маленькие ролики, которые и они проходят. Тоже грузятся долго, но все-таки проходят. Долго грузятся. А здесь не знаю. А сейчас вот этот мы попробуем его ужать и выложить вам, чтобы вы не переживали. С нами все хорошо. На обратном пути будем ехать. Будем по 2-3 видео в день выкладывать. Все, пока, до новых видео. Надеемся, что получится это выложить.